Классисты снял. Сумоньте. Сумоните, пожалуйста. Будьте на сумон. Меня тут уже. Так он Шизар пришел. Шизара, бери сразу. Вот бери Шизара как раз. Что-то надо еще кто-то? Ваня. Может, Мишкой потанчить, там протопал ретриком. Я что, мне кикнули? Алло, люсую сейчас. Я вот на минуту вообще-то отошел, даже меньше. Я тем более сказал, что я на минуту в Ваню. А, забери его, если что, там вместо меня. В смысле, я уже когда принял, алло. Да бери его, если там он раньше был, то бери. Я фаркаюсь, что там, назовите. Ну, молчат персоны. На воде поставь. Каски нет. На кого? Кого каски нет? Зеленые силы света. Ясно. Мне бросить ледяную скорбь. Я обновил ему. Даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь молиться. Вот, 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 стой, дай фласку, пожалуйста, по-братски. Вары, Вары, фласку дайте один кто-то. Отдам вам после.
великий. Быстрый процент. Каплю дайте. Я зубы дам. Все-таки не стерео. Это побежишь к ключу. Блять. В чем? Нет. Кто весь рейд и выбежал заранее, блять? Не скачите. GG. Сказать кто? Слышишь? Это варфор. В чем? Ну, в чем проблема? Слушай, я выбежал в правую сторону от рейда, там где никого не было. Выбежало два человека за мной, которые побежали в лужу. Я выбежал, тупо там никого не было. За мной побежал друид какой-то, сова. Ну. А в чем проблема? Ну так я вынес в сторону лужу. Слышишь, почему ты меня оскорбил? Так ты его сам перебиваешь, он же рассказывает тактику, ты рассказываешь, вот даже сейчас ты канал перебиваешь, канал. Нет,
Вот даже сейчас ну, перебивают. Просто я не хочу слушать на трае оскорбления. А что это ты сказал? Есть у кого паски на ДД, я купил. В смысле, я вообще-то не на мне лужа была. Алло, не на мне лужа была. Откуда я знаю, на ком на мне Валька вообще была? Меня Валька схватила. На маге был. На маге. 1, 2, 3, которую забили, была на маге. Первая была на мне, и вы, ну, вторая, это что с валькирами вместе, я вынес в сторону от рейда. Ну так она нормально вынесена была. Побежал в лужу друид и еще один какой-то человек. Нет, Коноп, ты ее не вынес. Вы конченые, я вынес ее в сторону и выбежал заранее. Слушай, почему ты оскорбляешь? Я не хочу тебя слышать. Замуть этого дебила. Давайте. Маф, ты дай. Все, лапа, приставав мне. Неужели прибыли, наконец, хваленые силы света? Мне не хватает, сдаться на твою милость, Фордри. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил 10 000 душ. Ты пройдешь через мучение сам. И будешь молить о пощаде. Но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Да будет так. Главное душа дрожит. Я не могу атаковать эту цель. Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел финал. Не могу допустить, чтобы величайший служитель света пропустил рождение моего мира. Далеко бегите, далеко бегите.
Какой дебил там стоял? Бабах. Ну все, можно уже умирать. Он к гомеопатии возвращался, когда от чумы бежал, и она на него ловушку кинулась. А, это... Ну, звездочка же не улетела. Просто сами вообще нет, смотрите немного. Ты что, звездочка сегодня? Нет, вот не звездочка. Я возвращался. Я не при делах вообще. Вот, я шел от рейда, шел к протопалу. Там одна диагональ, там больше нету. Я вообще первый раз такую хуйню вижу, чтобы на возвращающегося человека сразу кинулась хрень эта. Либо очень поздно чумал эту диспелили, его не успел. Обычно тебе диспелили, ты пришел, хуяк, потом только ловушка. А сейчас ни хера, сейчас сразу что-то кинул. Ну давай. Ну. Также возвращаюсь. Смотри, протопал стоял здесь. Вот. Смотри, как было. Войт, снимай ГП, смотри мувик, я дальше всех стоял, оббежал, я даже лича не бил. Снимай ГП. Блять, ты понимаешь, я тебе говорю, я дальше всех оббежал, лича не бил. Специально убежал, дальше всех. Мувик, смотри и снимай ГП. Ну вот я знаю, значит, смотри мувик и ГП снимай после рейда. Меня не ебет. Вы баф раздадите, не? Да, блять, тогда начисляй всем РДДшкам, кто там в луже стоял. Да всем начисляй. Им просто повезло. Ударной волной зацепил и улетел. Неужели прибыли наконец? Пристав баф дайте. Блять, я стоял дальше всех. Я не в луже стоял, как ты это понять не можешь? Блять, вы можете закрыть свои рты и слушать Ярела, что он говорит? Играйте нормально, не играйте не слабо. Ну, Олег Порошенко пришел. Да это бред. Я тебе говорю, ты не прав. До конца ситуацию не разбираешь. Да хорош уже. Да будет так! Герои в атаку! Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел финал. Не могу допустить, чтобы
Завис. Раз, раз, вот. Отлагал, отлагал. РДД. Звездочку станьте, потом опять ослушки, хрен знает где был. ШП с сушением хуярит, ты что, долбоёб? Давайте дым на ман. Падайте. А. Чего? Бля, сорян, народ. Пиздос. Да хули я упал. Извиняюсь. Зложи паладина, манбаф, по-моему, 5.5 танчил, не? Да, не слишком далеко. Не, Шмотина посланника там 4.8 был, по-моему. Кто, может, жмет не так, я хз. Он же вроде бисовый протопол. Да, я дело в том, что я далеко слишком отбежал и это упал, да. Не упал от шага. Правильно ебнулся, что ли? Ну, конечно. Блять, извиняюсь, не хотел. Сумани, за сумани меня паладин. Теперь вы знаете, что надо делать, когда много трэш. С платформы просто прыгаем и все. Если не получено китайцы, то с платформы прыгаем и заебись. Кто там больше всех по мане садится? Я. Метрик. Чейндоу заливай по КД.
быструю смерть, Артас. Более быстро. Я их из раков кидаю, да? Он погубил десятки тысяч душ. Он не садится вообще. Идешь через эти мучения сам. Ну, по идее, три шамана, три тотема будут, если они все залпы не поставят, а поочередно. Там один на переходке, один на второй, не в конце, а второй. Я на второй ставлю, где это, если что. Я фласку не выпил, вот чё. Да будет так! Герои в атаку! Ясно у тебя живых, чтобы ты увидел финал. Не могу допустить, чтобы величайший служитель совета пропустил Шаркаем перезвонок, да, ничего? Погодите, три. Я проморожу вас насквозь, и вы разлетитесь. Нормально. Им на ману спей, Шрик. Он сказал подростком.
насквозь, и вы разлетитесь на ледяные осколки. Черри, подай им это гимн на ману. Я то там дал. СС на тебе, СС на тебе. Охуеть. Хидухи-духи. Там хант в ускорении забагнулся. Могу похлопать. Мамонта поставить, мамонта. Поставить, поставить. Во власти ледяной скорби, иначе, как и я,
будете навек порабощены этим проклятым клинком. Двадцать два. Бегал. Теперь по 20 тысяч. Добежать надо. Сейчас должен выйти. Шар, вам же звездочку поставили. Блин, ну там войдет. Сорян, короче, у меня тут малой подергал шнур от интернета, короче. Ну, я в комнате умер, да, варом или нет? Ну, потому что если в комнате под конец, ну, я секунд до конца комнаты, типа, умер. Ну, вылетел. Да я думал, что у вас сейчас, думаю, блин, сейчас захожу и ГП словлю. У меня малой, короче, шнур от интернета дернул. Это у тебя, получается, желтый шмот был, да? Или красный уже? Линкните рекаунт. Шок. Просто рекаунт, линкните. Нифига, я последний раз тебе каплю кинул, у меня аж сотку нанес урона. Смотри, как я буду... Так ладно, я, короче, АФКшну. Спасибо за рейд, там красочки, наверное, подойдут кем-то за кем. То, что там ебаные числите, кикайте меня. Я перезаходить никуда не буду. Да. Станешь первой жертвой. Слышишь, Войт? Мне место. Войт. Место протопала, говорят, оставь, пожалуйста, этот самый... Этот, а я зайду, ну, я ребутну интернет и зайду протопалом, короче. Место протопала оставлю. Ну, а, и, кстати, мне ЕП за фулл рейд. Типа, мне не начислили вчера ЕП, короче, за рейд. Я был с нуля. Ты не был. Вчера Олег начислял, так что к нему вопросом, начислил он или нет, а сегодня это чисто 750. Ну, так... Нет, он меня кикнул с рейда, потому что у меня был PR-15, когда я шел в ЦЛК так-то. Блин, Каноп, это выясняется все равно всегда. Другие люди не знают про то, что у вас там было.
Ну так я говорю, войду, что мне не начислили ЕП за full рейд. Я был с нуля. Вот, говорю ему, начисли. Тут говорят, начисли 750. Я поэтому сказал, начислить за фул. Даже ты же не на всех боссах был, правильно? Ну, я не был на двух боссах. У меня не было на двух боссах. Можете минуснуть мне за двух боссов. Я кровь пропустил. Я написал, что я релогнусь, и я кровь пропустил. Пошел я отдыхать, всем удачи в РС, и там не нужно чего. Я люблю. Да ну нахер, ты что за лук, блядь? Богохульников. Что там три осталось? Большое спасибо. Большое спасибо. А можешь? Не-не, мне здесь свой друг. ДК такое не носит? ДК извращенец носит. Да, у меня есть код. Вот, слышишь? Арбау. Протопал, оставь, я ребутную интернет. Я интернет. Сейчас чисто заличаю все, получается. Да, да, начисляй. Туда. Это был мой... Смотри,